Первый день ноября из Владивостока в кругосветное плавание отправился учебный парусник «Паллада». Поход посвящен 200-летию открытия Антарктиды экспедиции под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. По плану экспедиции «Паллада» проследует через Тихий океан, обогнет мыс Горн, далее Южная Атлантика. А в феврале маршрут экспедиции максимально близко подойдет к Антарктиде. После «Паллада» обогнет Южную Африку и проследует до Владивостока, тем самым завершив кругосветное путешествие. Это год 200-летия открытия Антарктиды. Ну, мы знаем, кто открыл Америку, хотя там претендентов на первого открывателя больше, чем достаточно. Кстати, время от времени возникают претенденты на первого открывателя Антарктиды. Ну, чтобы лишний раз, вот так сказать, не развивать эту тему, русские открыли, и русские подтверждают это открытие. Вот это вот наша главная задача. Как и 200 лет назад, опять русский флаг, русские корабли в антарктических водах. «Паллада» была ошвартована среди боевых кораблей Тихоокеанского флота. Утром на причале прошел торжественный митинг и состоялись выступления творческих коллективов. Проводить моряков в поход пришли представители Росрыболовства, Русского географического общества, руководства Приморского края, города Владивостока, духовенства, ветераны военно-морского флота и юнармейцы. Провожали в южный путь участников похода их родные, друзья, любимые. Вице-президент Русского географического общества Петр Бакланов передал экипажу «Паллады» флаг РГО, который парусник пронесет по морям и океанам, и пожелал участникам экспедиции удачи. К слову, «Паллада» в этом году отмечает юбилей – 30 лет. Оно было построено на польских верфях в городе Гданьске в 1989 году. Самое главное, что это судно представляет именно город Владивосток. Город, который сегодня гордится своим морским настоящим и прошлым. Сегодня этот город представляет интересы на мировом пространстве. В экспедиции по следам русских военных моряков также примут участие барки «Седов» и «Крузенштерн». Они отправятся из Калининграда в первой декаде декабря. Для «Паллады» это третья кругосветка. Первый раз парусник огибал земной шар в 2007 году. И тогда он попал в книгу рекордов Гиннесса как самый быстрый фрегат. На борту «Паллады» практику пройдут более сотни курсантов Дальрептуза, Камчатского государственного технического университета, Дальневосточного мореходного училища и Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа. Также к ним присоединятся иностранные практиканты. Напомним, честь открытия шестого континента Антарктиды принадлежит русской кругосветной военно-морской экспедиции в составе двух военных шлюпов – «Восток» и «Мирный». Парусники отправились в плавание в июле 1819 года из Кронштадта, а 28 января 1820 года вошел в историю как день открытия Южного материка. Отметим, что шлюпы «Восток» и «Мирный» пробыли в плавании 750 дней и прошли более 90 тысяч километров. Все три парусника участника экспедиции «Паллада», «Седов» и «Крузенштерн» встретятся на юге Атлантики. В этих широтах запланирована гонка на 200 миль, посвященная 200-летию открытия Антарктиды. Протяженность маршрута «Паллады» составит более 27 тысяч морских миль. Она совершит заходы в 9 портов иностранных государств. Планируется, что парусник вернется во Владивосток в июне 2020 года. Максим Яковлев, Андрей Толстихин. Новости на Восьмом.